Всем привет, с вами Филипп, и мы поиграем в игрушку под названием Ментал. Это очень страшная игра, так что давайте сыграем в нее. New Game. Это игрушка в больнице, про больницу, в психушку. Не знаю, за кого мы играем. Первый раз в эту игру играю. Where? Где это я? Ну, хер его знает, где это ты. Чё тень зеленая? Чё себе психушка? Даже тени зеленые сделал. Вау. Смотрите. Вау, он сам. Я пробел, нажимаю, вперед делаю. Он сам ползет. Вот это психушка, я понимаю. Твою мать, физика есть. Так. Закрыто. Ладно. Ну нам, походу, вот сюда, блин. Кровище, блин, ну мне уже страшно. Е. А это не открывается? Ну как хочешь. Блин, звук пропал. О. А, это тут звук есть, тут нет. Алло. Здравствуйте. Семки буш? Ну как хочешь. Ты кто такой? Ля-ля-ля. Твою мать. Как ты открываешь? Закрой лучше. Ничего себе, тут скелет золотой. Чё руки у тебя черные? Скелетон. Блин. Эта игра прям насыщена, очень страшно, потому что часы тикают. Пожалуйста, не надо. Твою мать, закрой! Я что-то слышал. Если вы это слушаете в наушниках, то точно вы услышите. Какой-то звук был. Тут кто-то дул. Мне в наушнике. Это чё за... Это ты? Это ты прикалываешь, скелет? Тут я больше ничего не вижу. Бля, интригует. Закрой. Блять. Блин, кто меня заставил эту игру играть? Часы тикают, только где эти часы? Мама. Твою же за ногу. Я такой звук слышал, как будто это зомби. Чувак, привет. Чё, спим? Ну ладно. Может, со мной пойдешь, прогуляешься? Так, это последняя комната, которую я вижу сейчас. Я тебе отвечаю, лучше закрывай. Блин, я не могу. Чё, буду одним глазом играть? Ух, нихера ты. Растрёпан. Блин, как же мне страшно. Твою! Твою ж за ногу, ебать! Ух ты ж, блин. Как же сердце вздрогнуло. Так. Твою ж за ногу, блин. Мурашки по коже идут, блин, часы за... Иди нахер. Так, мне кажется, ключи отсюда, да? Да. Закрой, 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 тварь, закрой. Спасибо. Т-
Кто-то в дверь постучался. Я не долбоёб, чтоб открыть дверь. Да ты задолбал. Блин. Ух ты ж, ёлки-палки. Чувак, ты чё, свою бошку оторвал и прикрепил её на вилы? Молодец. А как ты постучал? Головой? Это чё такое? Всё стоит по нормалу. Так, вы должны стоять вот так, как-то криво. Чего вы ровно встали? Так, там кто-то лежит, но я туда пройти... А, могу. О, правильно. Их тут лям. И опять только одна дверь открывается. Блин. Кто-то там сейчас начал кричать. И очень страшно. Блин. Так, она что-то зажглась. Так, наверное, полагаю, нам сюда. Длинные коридоры, да не люблю я. Ух ты ж, блин. О, для второй, для других палаток придумали туалеты. Так. Надо каждую комнату проверять. Ничего себе, золотой какой скелет освещает комнату. А, я тут могу бегать, это круто. Блин, ты задолбал моргать. Твою мать, да закрой ты, блин. Нет, не надо было мне это играть. А, привет, скелет. Тут, как всегда, теперь этот туалет освещает комнату своей белизной. А твою нахер! Блять, это кто? Сука. Я даже не разглядел. Ай, да блять, пожалуйста, не надо. Опять звук какой-то зомби. Закрыто. Ну давай, нападаем, я больше не страшно. Ну как хочешь. У каждой двери. Да заткнитесь. Это уже не страшно, все. Не открывайся так резко. Так, что тут нужно? Алло, сканеры. Руку надо сюда, походу. Нахер иди. Там опять это чудище пробежало. Хорошо, что я бегать могу. Закрыто. Сюда глаз нужен. Там кто-то раздражает меня капельками. Тут очень опять длинный коридор, твою мать. Уу, наконец-то. Так, фигня, фигня. О, ключ. Когда хоть что-то находишь, уже понятно, что тебе жопа. Очень огромная жопа, когда находишь
каких-то предметах в хоррор-играх. Давай, нападай, даже закрой глаза. О! Нашли, так, тут что, тут еще ключ. Походу, каждый ключ от каждой двери. Тут не открывается. Хватит капать! Это непривычно, когда кеп стумал. Походу, вот эта дверь. Ой, мать, не закрывайся, так страшно. Так, ключ. Тут чё, ничего тут. Твою мать, я не хочу к нему подходить. Да чё-то сейчас будет. Ладно, иди сюда. Чё, ты даже ничего не сделаешь? Ты даже не напугаешь? Ну ты лошара. Даже напуг... А не смахит ли он на Чак Норрис? Ну, если так приблизительно посмотреть. Угу. Да, даже пугать не умеешь, блин. Да нет, ты опять гонишь? Опять он исчез, и кто-то постучался? Давайте откроем. Привет. Да ты нахер? Ты что, следить будешь за мной? Давай, я отвернусь, ты уж тут, давай. Ну, как хочешь, так. Какую дверцу надо открыть? Этим ключом. Так. Этот книга не идет за мной, это хорошо. Тут, походу, дверь. Да. А надо. А киевзы. Диск. Так, нашли ключи. Только куда их использовать? Вон оно сейчас стоит. Так, мне кажется, их надо использовать туда. Твою нахер! Это чё такое? Ох ты ж, блин! У меня даже наушники упали, блин, от страха, ёлки-палки. Это чё за скелетон? Бля, это даже страшнее Слендера. О май гад. О май гад. Так. Иди нахер, не страшно. Вот эта, походу, дверь не открывалась. Тихо. Так, тут глаз был. Твою мать, это что такое? Вот какой-то слон сейчас. Давай! Твою мать! Так, я там что-то вижу, либо мне кажется уже... Никого нет, вот это... Так, не сюда глаз, сюда руку. Везде свет выключился. А этот чувак еще там стоит? Ох ты, хоули щит. Твою ж. Так, нам надо тут искать, походу, руку. Глаз нам... Вот рука. Иди нахер, не пугай дальше. Я убегу. Ла-ла-ла-ла. Твою мать, это что такое? За мной кто-то гонится, твою мать. Мама, блин. Твою ж за ногу. Какой-то говнец за мной побежал. Давай руку используй, гандон. Так, что-то странно, как-то страшно сейчас будет, да, давай. О, щит. О, блядь. Иди нахер.
У меня сейчас везде мурашки встали, блин. Хули, блядь. Уже конец, хорошо. Это выход. И то моя семья, что там про мою семью. Надо взять ее твой. Куда ты провалился? А, блядь! Хэппи-энд. Хорошо, что мы ее прошли, блин, да как страшно. Вот это было, да. Ладно, всем пока, с вами был Филипп, мы играли в игрушку Ментал. Скачайте эту игрушку, вообще жесть. Можете поиграть, но вы уже посмотрели, как я прошел, будет интересно вам играть. Фу, блядь, страшно было, ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайк.